Более 170 квартир, незаконно сдаваемых в аренду, выявили в Акмолинской области. Полицейские отмечают, некоторые жители региона предоставляли жилье, не имея разрешительных документов и не заключая договоры с квартирантами. Налоги они тоже не платили. Материалы по нарушениям направлены в органы госдоходов. Теперь владельцам, незаконно сдававшим квартиры в аренду, грозят штрафы. Всего стражи порядка провели порядка 60 тысяч домов и квартир, выявили более 3000 правонарушений. В том числе было совершено 166 правонарушений по статье 517 Кодекса об административных правонарушениях, то есть нарушение иностранцам или лицом без гражданства законодательства в области миграции. За проживание без документов и регистрации привлечены к административной ответственности 520 человек. Данные мероприятия продлятся до конца месяца во всех районах области.